мини-босса. Ну это тупость просто. А я квест нашел побочный. Умирающий рыцарь принял меня. Подождите! Я почти опиздил. О вопиющем святотатстве. Сказал, что его отряд открыл секрет вечной жизни. Это красная чаша. Говно выпало. Епископ, который их вел, приказал им вдоволь из нее напиться. Сейчас красная чаша на напиться. Который рыцарь назвал кровавой часовней. Чашу надо забрать, а мне пора идти. Когда она будет у тебя, подождите! Найди меня в лагере племени медведя. Найди меня в лагере племени медведя, когда у тебя чаша будет. А, вон он. Ну, не медведь, а чаша. А вот основной квест. Я буду лутать. Ходи, чаша, не понял. А-а-а. У тебя да. Ебать, она... Да, отгиб! На, синий! А, ну хотя бы мы его вроде вместе проходили. Ладно, пойду я. Пока. Давай. Да, пока. Нужно больше времени. Полка, полка. Конечно, это было. Изумрудики. Еще не готов. Пиздец, эффектов стало еще больше после того, как ты сделал этот ядерную ловушку свою. А тут со статуей Лилит мы пообщались? Я, да. Вот он стоит. А где статуя Лилит? Вот я тут стою. А внимательнее надо было быть. Ты прямо рядом с ним подходил. Ебать, скелет прилетел с лапом, ебасосник. И такая торчит у него с головы. Прикольно. Кстати, знаете, чего тут нету в этой дебле? Ремней. А, да. Да, кстати. Чего они сделали, блядь? Это такая топовая тема была. Инвентарь, кстати, очень сильно похож на Diablo 3. Если нажать, в Diablo 3 все выглядит. Но и нижняя панелька, которая центральная, она тоже очень похожа на то, что Diablo 3 было. И эту игру они делали несколько лет. Все, все слезали со старой. Что тут, собственно, можно было делать с такого времени? Новую игру. Вообще, да. Новую игру. На всем старом. То, что они отчитывают. Ну, блять, элемент то, что похоже частично, это нормально. Наоборот, показатель, что нормально делают, они по ней страдают с придумыванием нового велосипеда. Да, не обязательно интерфейс полностью перелопачивать, если он и так работает, как бы. Ну, если его игроки нормально оценили, если он. Так я ничего не имею против, я потому что могли бы его быстрее выпустить. Ну. Если да. надо что-то такое. Интерфейс уже один, это один. Ну слушай. Хорошо, хоть выпустили доделанную, играбельную. Не, ну более и нормально оптимизированную, как бы они. Это сейчас не модно. Выпустили кусок говна лагающий. А чё стойку не заюзали? Там он оружие было желтое. Оружейная стойка. О, ебать, сюда пройти можно. Больше времени. Ah.
Стой, 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 там слева еще проход куда-то. Небольшой есть, может тут сундук какой. Какой проход? О чем ты? А вот. Там, где я. Но нет, сундука тут я что-то не наблюдаю. Не знаю, Тёма уже зачистил подземелье, кстати. Пока ты там бегаешь. Вы вообще локации не следуете. А вот и сундук. Еще уровень, отлично. Красная. Вы нихуя не исследуете, поэтому сундук не нашли. А, ну тут уже ребят смотрят под небо. Вроде по отсутствующим фразам нихуя вы не подняли. Не, почему мне тут желтый выпадал, по-моему, штаны. То есть мы не хотим тебя сейчас. То есть пиздишь. Да нет, я тебя руку что напали. Я еще не готов. То есть пиздишь. Этот бежал, бежал, замерз. Статуи. Ну, какие надо принести. Нужно больше времени. Да, это вот этот вампирюга. Километр аж убежал.
блин, да заебали пугать. Так у меня же еще, когда я бегаю, атака ослабляется. А у меня аналогично, мне тоже, когда стоишь, она увеличивается. На шип стоит, не двигаться еще. Парковый уровень. Что там идет? Бачок, а что там идет? Да блять, ну я же не попал под действие этого говна. Ой, маг, иди ты нахуй. Ой, сейчас я отъеду, сейчас отъеду. У меня зелий нету. О, нормально. Что зелий не прибывать? Чуть не отъехал. Да ебать, он отхиливается, конечно. Да, пиздец. Все. Одного, а, и там еще один. Тапнулся. Это он же, блядь, по-моему. Не-не-не, это второй был. У меня вот. Чувак, он... Я через шифт играю, соответственно, у меня на автомат повернулся, блядь. Мы похоронили на святой земле 92 души. Я список умерших почти нашел. И мертворожденные. 7. Кровопотеря от ран. 4. Так. Смерти при родах. 2. Казнь. 15. Обморожение. 6. Старость. 1. Извлечение крови. Опа, проклятая. 4. Боль. Саня, помогай! Я ебашу, я ебашу. Нужно больше времени. Я еще не готов. Я еще не готов. Это беспредел какой-то. Да, и вы только 3 из 5. А как они появляются? Этот пиздец, не знаю, ладно. А, успели? О, нет. Все равно неплохо. Че, все тут? А, хотя да, все, с этой стороны. Нужно больше времени. Ой, Тинарусу можем взорвать. Правда, из них ничего не падает. Ебать, у меня в инвентаре уже куча говна, надо опять скоро будет лететь. Продаваться. Нужно больше.
больше времени. А, ну ты вверх, пацаны, сундук. В этом ничего не кончается. На крепость будем сразу форсить по пути? Не знаю. Там в сторону квеста будет как раз крепость, которую можно взять будет. Ебать, мы даже всех вовремя убили. Или нет? А, бля, вы еще кого-то там добиваете? Да. О, череп. Амулет. Блядь, ты заебали амулеты падать? Ты уже какой у меня на счету? Шестой, блядь, или седьмой? Когда вы атакуете противника, есть... Где-то воин. Пиздец, данж, да, долгий какой-то? Да, вообще пиздец. Да нет, ну ж... Мне больше не унести. Не так много его прошли. Не, он достаточно длинный, кстати, в обе стороны. Бля, у меня все уже весь инвентарь забит. Надо топать сейчас будет. Еще есть много мест. Я вообще синий не беру. Да я только зеленый, да, только желтый беру. У меня синих тоже тут всего. О, еще монстр. Пару штук. Так у нас он вес не открыт.
Нужно больше времени. Опа, опа, опа. Вадим? Куда? Раков из склепа выпал. Либо Дарк. Мои сумки полны. Он же тоже Вадим. Вадим. Дарк же Вадим? Да. Ебать, там был, вспомнил каких-то. Кто? Ты. А ты типа... Тоже. Чё, пиздим тогда? Святое дело, Дим. Бля, я тут с хули так быстро побежал. Бля, на меня тоже какой-то бонус распространяется. Скорость передвижения увеличена на 25%. Да. Интересно, почему? Может, потому что все зачистили? Дай, блядь. Вот и кончился. Да. Угу. Кстати, это умно. Ну, типа, знаешь, прошел данж, надо быстро добежать до точки. Да, ускорили. Ух, ебать, там это. Они уже сейчас кончились по большей степени. Мне больше не унести. Тут много всяких мелких фишечек, которые как бы улучшают геймплей, да, там быстрый выход из данжа, эти ускорялки. Вот быстрый выход, это прям вообще охуительно, учитывая, что раньше-то можно было только ТПшница, а тут, соответственно, ну, допустим, тебе ТП не нужен, потому что тебе отсюда ближе идти до следующей точки. Ну да. Ты через выход, соответственно, а после вышел, ты пошнулся, продался, вернулся и дальше побежал. Да. То есть тебе не надо контролировать этот момент. Раный. Что-то либо перегружен, либо гуляет как города. Бля, он бурдала по мне спиной просто. А я один с боссом тут пишу, я понял. Ну я да. А, блядь, сзади где-то. Ну, с Димой. Да вообще в другую сторону, блядь, пошел. Ну я почти запиздил. Я подвожу мину. Давайте сюда пойдем, раз уж. А там еще движение. А, ну там и туда, и туда можно. Вот эти добиться. Да, конечно, занят болты. В сумках больше нет места. А кстати, знаете, что еще заметил? Что здесь уровень сложности адекватно как-то. Игра поддерживает адекватный уровень, блин, сложности. Блин, разные стороны пошли, еб вашу мать. Помните, когда в Diablo 3 играли, постоянно было сложно определиться, ну, типа, вообще, какую сложность выбрать. То есть, да. Ты сначала ставишь сложную, тебе сложно, потом хуяк тебе супер легко становится. И никто тебя пиздануть не может, ты просто все пробегаешь. Ну, автолевел, плюс еще тут. Тебя дать поругались, типа повторю, это хуёво, а он по факту понижает нижний вклад. Я помню, в третьей Диабло миллиард сложностей было, типа там вообще. Хер подстроишься. Нужно больше времени. А мы же можем еще сложнее выбрать, да? Да. На 50? Пока недоступно. Так, все, пацаны, у меня здесь инвентарь в желтом. Сейчас в город идем.
предлагаю вот так сделать. Так это еще дополнительные деньги будут. Кот желтый, как чувство. Все, в город ушел. Я тоже пиздую. Слишком всего много желтого. А, ты видишь, где, блядь, яма? Уж как всегда. Так, стой, это к боссу. Не ходи к боссу. Мы тут еще не все досмотрели. А там все уже посмотрим. Какая слава. Теперь точно все. Да тут и этот, скрытые места еще были на карте. О, нихуя себе. Тут уже. Тебя... А, опять это. Все остальное открыто. Кто? Один, да не нахуй босс. Какая слава. А этот опять? Этот еще пиздит. Я отойди от меня на всякий случай подальше. Тёпа, знаем, что будет дальше. Так я точно не попаду в под руку. Я на ловушку поставлю. Подъебую, так сказать. А? Как тебе на щит, ублюдок? О, кого сейчас засосет? Тему, наверное. А то, что синий, это не сос, это... Ну, он обычно становится так и начинает. Вообще, это ослабление так пока. А, я въебал мне какой-то хуйня, я чё въебал? Я всё. Отойди на всякий случай. О, а вот чё? А, ну, потёртый покров. Опять скрипит потёртое очко. Так, ладно. Пасты доспех. Что с Диминым очком делали? Что она скрипит? Это песня такая. Чё, в этом данже ни одной рыжей шмотки не выпало, кстати, мне. Выпало. Мне ни одной вообще. Желтых зато дохуя. Да, на улице. А, надо идти вообще туда куда-то. Ох, ебать. Толюсю. Сракота. А, так, подожди, а что за потертое очко? Сракота. Сияние стиля. Редкое кольцо. Ночной артефакт. Это доспех. И железо ковки. А где потертое очко? Нужно больше времени. А нет, потёртого очка. Я точно помню, что я тут отбирал. Очко было, да? А вы куда? Ну идем по квесту. А, вот так. Тут же, блядь, обход через... Кровавая проповедь. Да-да-да, я понял. Я удивлюсь, что вы вниз попёрлись, потом посмотрел по карте. Тут обход через низ. О, а чё вы сундук не открыли? Нужно больше вот, времени. Рядом со мной сундук. Вы, блядь, вообще не смотрите по сторонам. Нет, конечно. Нахуй надо. Исследование локации. Скажем дружно. Нахуй нужно. Так. Окей. В следующий раз не буду про сундуки говорить. Дима даже тут душнит, да? Вообще пиздец. Ага. Как может душить Дима? Вот этот сундук открывали, блядь, надеюсь. Да. Ну его не увидеть. Нет. Такое. Нет. Я еще не готов. Не знаю, Идра, ответ. Так и в темноте ничего не видно, там и я-то разбросан. Бомбочки перекладывают.
знаю, кстати, лучше не постоять, чем скилл, который вот надо больше накапливать, времени. Постоять. Такой сомнительно. Да нет, наоборот, заебись. Нет, надо бегать от боссов всяких. Я об этом и говорил, что он не очень подходит для таких слабых персонажей. Да, надо гуковать. Потому что тебе так или иначе все равно пьяноваться, а в итоге сбиваться не можешь, ну точнее, ты не можешь набрать нужное количество дамаги. Ты либо съябываешься, либо пиздов получаешь. Одно из двух. Так, ты, конечно, в пати можешь стоять, а вот одному если играть, не очень не пойдет это остальное. Не, ну если только на максимальном рейнже, вот, да, так стреляться. Сверху сундук, блядь. Все равно пробьет, мне кажется. Нормально, желтый. Опа, оранжевый. Вот, выпал. А тебе похуй, как обычно. Да. Что мне должно быть похуй на твой оранжевый шмот? Может у тебя, блядь, тоже что-нибудь выпадет нормальное? Тут, кстати, нихуя себе, этот... плюс 26% подвал. К урону раненым противникам, прикиньте, это ж такая хуйня. Я еще не готов. Это интересно, как там валик, надо будет его сейчас закрафтить. Если пройдем. Ты уже улучшаешь вещи? Ну да, ну я это самое, этот вставляю за лупу. Ну это только такие армады, по-моему. Я, по-моему, я так подумал, сейчас вообще смысла нет. Лучше, ну если ты улучшаешь раньше, то лучше вытаскивать из них интересующие тебя эти. Да не, я тестирую, как аспекты, я лучше. Аспект. А, тогда это. Я просто из ножей, например, вытаскиваю аспект и вставляю в арбалет или вот. Так, да, я понял. Я думал, ты улучшаешь по сватам, ну то, что. А, нет. Ну, значение улучшения. Нет, это я понял, извиняюсь. Смысл просто в этом я точно не вижу, потому что оно как. Ну как, блять, пока уровень не набьешь максимально. Ты больше денег потратишь на эту хуйню. Я еще не готов. Батик, что за... А, эти события, ебан. Так, ну мы вроде... А, нет, идем в пути. А кто этих держим-то, блядь? Мне игра что-то лагает. Вот теперь я начал убить. Если хуй тут спецэффектов просто ебнется. Что Дима говорит? Это у него лагать начало. А, а мне нет. Вы в городе говорили? Ну у меня сейчас 113 хп. Я не про FPS, а про то, как... Как вон лаг не бывает, когда лаги с сервака. У меня такие сейчас были. Могли бы золотую дать что-нибудь. А мне давали золото тут. 5 золотых шмоток выпал. Да я верю. Не, я реально тебе могу скриншот сделать. И только дали какие-то два молота, покинь, редко булава, две штуки. Не коричневые. Желтых. А, ну, блять, я про оранжевых имею в виду. Что могли бы оранжевых хотя бы одну дать. Не желтых, а коричневых. А, ну ладно, я думаю, чуть-чуть такой верю. Желтый что ли? Не, желтый это хуй с ним. Желтый это неинтересно. Да ладно, когда первую зеленую выбил, вот это будет интересно. Да, вот это будет вообще интересно. Ну, особенно если, как обычно, они начнут падать более-менее стабильно, но не дэм. Ого, это надо сейчас, наверное, первый акт его пройти, какой-нибудь будет босс, и с него 100 пудов будет. А ваш не будем акт без дэм проходить? И фармить потом, это самое. Что не будем? Ну, сюжетку без дэна-то. А-а-а. Да, я как-то. Пройдет. Семеро одного не ждут. Ебаная, я мог бы уже и до 50-го качнуться, игру все пройти, а потом. А мы с тобой не играли просто и все.
Вот, а вы, наверное, подождать не хотите. Я еще не готов. Ладно, доп-квест еще, но сюжетный. Сюжетный можно подождать. Да забей. А тут квест выдает. Мудила. Оля, тут еще квест. Ну давай сначала зайдем. Оля, не тут, тут это город, тут у меня портал появился. Значит, портальчик. Это важнее всего, блядь. И сдам сразу квест, а потом возьму остальные. Тут, тут два квеста еще. Угу. Я красная чаша забрал у меня. На тебе лежит. Хвала провидению, ты жив. Я уничтожу чашу. Ох ты, повезет, мразь. Я за, за нее тут закончится. Кровь и пот проливал, а ты уничтожишь ее. Спасибо тебе за все. И прошу. Я уничтожу чашу. Ага. Прикинь. Угу. Ну, они вроде и хотят ее сломать, типа она проклята или еще что-то такое. Ну, о, тут два квеста у нее. Ну да. У Гренаго, Грена... Похуй, короче. У Гренки.